лес один раз, и больше не надо. Сколько надо сделать бросков, чтобы выиграть спа? Один на ипор, и больше не надо ничего делать. Но вот у Андрюхи, например, нет коробка. Я не знаю, что ему советовать. Он стоит в левой стойке. Какие он приемы делает, я не знаю. Ну сколько ты занимаешься? Уже года 4. 4. Что я могу ему посоветовать? Ничего не могу посоветовать. Я не знаю, что. Я ему советую, но он делает, ну, борется немножко по-другому. Ну, если бы он стоял в правой стойке, мне было бы тяжело, я в правой не боролся. А вот в левой я ему советую, а у него какая-то своя борьба. Я не могу понять. Вот. Почему он это не делает? Значит, дальше. И еще раз. Теперь насчет вас. Вот вы возьмете большой вес, маленький или средний, у вас прирост силы будет один и тот же. Потому что у вас еще не сформировалась сила. У вас не сформировалась, поэтому просто проводятся испытания. Просто берутся три группы новичков, и одной дается с большим весом работать, другим со средним, а это дается небольшой вес. После этого, перед этим их смотрят, как они делают жим лежа, и через две недели смотрят дальше. Результат один и тот же. Поэтому смысла брать 8 штук? Нет. Нет смысла. Вот ты берешь большой вес. Что ты можешь достичь? Я тебе скажу, ты можешь травмироваться. Раз. Ты делаешь упражнение неправильно, потому что ты замерз. Нет. Ты делаешь упражнение неправильно. Почему? Потому что вес большой, ты уже стараешься и так, и все подключать. Не надо прямо как штангисты делают, что мы борцы. Но надо, в принципе, чуть поменьше вес поставить. Оп, сделать. Сколько раз? Значит, те люди, которые делают 8 раз, 3 подхода по 8 раз упражнения, это делают новички. 2-3 подхода. Это делают новички, которые, те, которые занимались год, те, которые уже более специализированы, делают от 3 до 5 подходов. Значит, вес, еще раз, если это крупные мышцы, это ноги, да, это спина, то делается 5-8 раз. Если это средние, это, например, пресс, да, например, бицепс, здесь, то делается так, 8, 12, 15. Если это мелкие, это вот кисти, это вот здесь, вот это стопы, это 15-18 раз. Почему так я вам даю? Раз. Чтобы вы немножко устали, чтобы вы закончили разговаривать. Вот. А сейчас, что я хочу? Как ты себя чувствуешь? Нормально. А вот, значит, еще раз, вы можете пробежать сегодня 100 километров, 200 километров. Самое главное, как вы будете чувствовать себя завтра. Вот если вы завтра восстановились, чувствуете себя хорошо, значит, хорошую работу дали. Если завтра у вас будет сумма, значит, нагрузка была больше. Если вообще не чувствовали, тоже не очень хорошо. Поэтому нужно чуть-чуть, один раз записать на неделю, запомнить. Значит, что мы сейчас делаем? Я, наверное, еще один подойдет, там шестиклассник такой. Не знаю, надо посмотреть, чтобы у него давление не было. Может быть, я во вторник четверг принесу, потому что он там не мешает. Так, значит, что? Сейчас судимся по этому. Я считаю 30 раз, и вы делаете 30 раз. Еще раз, ставьте такой вес, чтобы у вас 30 раз спокойно было. Если вы поставили больше, вы делаете раз, два, три, чувствуете, да? Вы, ну как, тяжеловато. Остановились раз, на одну меньше поставили. Дальше продолжили раз, на одну меньше. Хорошо, да? Значит, я вам еще раз потом покажу, расскажу теорию физического испытания, о том, как правильно качаться. Потому что вы все знаете, но потом не летаете. И последнее. Я тренировал, мне ребята делали немного, до 50 раз. И потом я уже уехал, попросил одного своего старшего ученика, чтобы он меня заменил в понедельник. И в итоге приезжаю, говорю, как ты? Ой, Сергей Анатольевич, а он не очень хорошо боролся, но сборную ходил там.
Результатов не было, он сборный, там, взрослый, это, нагрузки. И вот дал им нагрузку. Он дал им 200 бросков, он дал им качаться по кругу, как делают сборные. Он им дал набрасывание, это значит так, я 30 секунд, он 30 секунд, я 20 секунд, он 20 секунд, я 15 секунд, я 15 секунд. Я говорю, ну что, как? Ой, Сергей Анатольевич, что сказали, вот мы такие будем тренировки делать. Я думаю, блин, какой я мешок. То есть я даю маленькую, он дал большую, и все хотят. Прихожу по вторник, никого нет. Пришел только Теодор. Я говорю, Теодор, где Хамсадыр? В среду. Он пришел, никого нет. В четверг появляются два человека. Ой, все, блин. Ой, я говорю, идите в парную. Что вы здесь? Идите в парную, купайте. Ой, вот пятницу пришел в парную. Мертвые сыны, мертвые. То есть, о чем это говорит? О том, что нагрузка была экстремальная, очень большая. Да, один раз можно вытерпеть, а дальше? Итак, все, пошли, приготовились. Я буду считать, что делать. Так, любой берегу. Приготовились. Вот так. Асана, раз, два, три, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Мате. Перешли. Ты на рывок штанги. Один. Да. Аджиме. Раз, два, три, четыре, пять. Рома. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. Перешли. Куда? Вот здесь. Приготовились. Хаджиме. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Набили тут. Опа. Так. Приготовились.
Хаджиме. Паши, раз, два. А так две. Или сюда полетели. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Двадцать три. Двадцать четыре. Двадцать пять. Двадцать шесть. Двадцать семь. Двадцать восемь. Двадцать девять. Матвея? Иди сюда. Так, готовы? Пошли. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот. Перешли. Так, стоп. Да, перешли. Этот, Никита, принеси мне оттуда для... В самом конце тренажера вот это. Принеси мне, пожалуйста. Приготовили. Много? Можешь поставить? Помочь. Давай помогу. Здесь постройтесь. Здесь.